Привет, друзья! Я расскажу вам, как я сам снимаю зрительную усталость. Да, чтобы был у меня свет в глазах смотрящего. Слушайте, ну мне написали там, я сейчас скажу. Меня спросили там, а как я снимаю свою собственную усталость. Ну, бывает, что я устал, но я вот так вот делаю. Зрительную усталость. Ну, кто смотрит мои ролики, кто подписан на канал YouTube, знает уже, что я много-много лет работал со зрительной утомляемостью, даже получил премию Ленинского комсомола Армении, потому что у меня было 15 тысяч женщин, которых я обучал снимать зрительную усталость у себя на рабочем месте. Они работали с микроскопами в электронной промышленности. Потом я работал с Федором, со Святославом Николаевичем. Я готовил больных на конвейерную операцию. В 5 часов я приезжал в институт микрохирургии глаза. Потом, значит, в 7 часов я с ними работал. В 10 утра там или во сколько-то везли их на конвейере на операцию. И тем, кого я обучал, им не делали премедикацию предоперационную. А хирурги, которые тоже у меня там обучались, они говорили, что, во-первых, они меньше устают на конвейере, во-вторых, что у больных глаза были мягче, да, мягче, чем обычно, а после операции им меньше приходилось давать наркотических, обезболивающих и седативных. Вот такое дело. Значит, теперь смотрите, и когда я лично устаю, да, ну, я пользуюсь, чтобы было сразу два в одном, чтобы не просто снять усталость глаз, а еще и кое-что сделать такое, чтобы потом хорошо работать и решать свои вопросы, которые в этот момент утомляемости кажутся, о, такие далекие, невозможно их решить, как быть. А тут я просто кладу вот так вот руки. Да. И в этой темноте, которую я создал себе специально, я ищу наиболее темную точку. В это время я немножко делаю себе маленький массаж, вот там, где я чувствую, что мне нужно вот так пройтись, и потом я вот так беру, да, и ищу точку наиболее темную. Вот я в темном фоне нашел темную точку, еще темнее всего. И начинаю я за ней поглядывать, то есть я начинаю ее гонять туда-сюда, влево-вправо, влево-вправо, и растворять, как будто я к ней подплыл, как в воде, и руками я ее высветляю. Высветляю, я ее вот так чищу, высветляю, высветляю. Высветляю, и вот она у меня растворилась, да, и я пока это делаю, вот видите, минуты полторы проходит, да, я вот так вот сажусь, интересное состояние возникает, да, тоже, такое состояние, ну вы просто на меня посмотрите, светиться начинаю, почему, потому что сосудики мозга начинают, спазм проходит, кислороду, больше кислорода попадает в клетки мозга, кровоснабжение мозга улучшается. Но это на каком-то микроуровне происходит, вот так волнообразно. А потом я себя отпускаю, беру вот так кулак, провожу по шее и говорю, ах, как хорошо. Венозный ток налаживаю. Потом беру вот так, ах, как хорошо, какой кайф. И сразу представляю себе свое будущее, потому что будущее, когда там есть перспективы, когда ты видишь выше горизонта, когда ты смотришь чуть выше горизонта, потому что еще раз, раз, провел руками от затылка, да, по шее, размял шею вот так вот, и вот так поделал. Да, еще раз сел, уткнулся. Да, и уже неохота точку искать, просто так хорошо, безмятежно. Такое состояние, ну вот как хорошо.
А я-то думала, уже все и прошло. И могу готовить, и работать, и там общаться. Пожалуйста, видите, всего 2-3 минуты. Таким образом, на вещи смотрю уже более четко. Да. Стрелку часов раньше немножко мутновато было. Сейчас вижу четко. Да. Очками пользуюсь редко, когда читаю. Когда читаю, когда мне нужен. Мелкий текст не могу читать. Приходится напрягаться. Когда мне приходится долго читать мелкий текст, поэтому я потом вот так вот и делаю. Понятно, да? То есть совмещаю самомассаж небольшой, точечный. Значит, с этим, еще раз покажу, вот так вот. Кулак, вот затылочный бугор. Беру вот так. И вот так. А, и надо сказать себе внутренне. Ай, как хорошо. А в этот момент ты сразу устремляешься вперед с хорошим ощущением. Ой, как хорошо. Надо вот эта небольшая боль, небольшая, сопровождать. Ах, как хорошо. Когда мы соединяем вот это небольшое болевое ощущение с ах, как хорошо. Да, и свет у меня появляется. Да, я все вижу лучше и так далее. Вот так снимаю у себя утомляемость, и могу потом дольше работать, свободнее работать. Не зацикливаюсь на этом. Вот так беру и эти перенапряжения, спазмики убираю. Итак, до встречи, друзья.